Здравствуйте! В эфире новости на четвертом канале. Сегодня в рамках решения проблемы мирового терроризма президент Российской Федерации встретился с канцлером Германии. На встрече обсуждались вопросы о новой степени защиты и охраны населения. А теперь главная новость дня. Сегодня вся страна празднует знаменательное событие – ваш день рождения. Дорогая вы наша! Мы поздравляем вас и желаем быть счастливой, никогда не болеть и даже в дни ненастья радовать окружающих своей лучезарной улыбкой. А теперь по просьбе ваших близких прозвучит композиция, записанная специально для вас. Неведомо как за незримой иголкой струится незримая нить. И мне этой женщины хватит надолго, ах, только бы все сохранить. Ах, только бы легкие пальцы летали над сумрачным нашим житьем. Ах, только б незримые дыры латали, ах, только б незримые дыры латали волшебные руки ее, волшебные руки ее. На ниточке этой, как на пуповине, единою кровью дыша, два сердца, скрепленные по сердцевине, они и зовутся душа. А если дыхание и сердце едины, понять не составит труда. Мы неразделимы и необходимы, мы необходимы и неразделимы, и это уже навсегда, и это уже навсегда. Да, моя хорошая. Мяу-мяу-мяу. Ты куда пропала, моя любимая? Моя хорошая. Я тебя очень люблю. Моя хорошая. Ну как же я без тебя тут? Ну ладно. Очень-очень. Очень, да. Я люблю тебя. Давай, пока. С вами была Анна Смирнова. До новых встреч. Моя хорошая.